Итак, мы летом уже снимали разницу по скоростям, по прочему. Ну вот сейчас вот у меня 250, 350, 450 и 600. Пули King 1.645. И по два выстрела сделаем хронограф. Посмотрим при одинаковых настройках с одного и того же резервуара, насколько меняется скорость в зависимости от длины ствола. Ну вот у нас 250 ствол. Погнали. 244. 243. Есть. 350 ствол. Тот же самый резервуар. 272. 271. То есть у нас дает порядка 30 метров прирост плюс 10 сантиметров. 450 ствол. Тут сложнее. У меня переходника нет, буду руками держать. 278. А вот здесь не попал. Ну, 278. Хорошо. И вот этот самый сложный. Как я здесь буду бежать, я не знаю. Подожди, подожди. Триста. Триста. Итого, что у нас получается? Значит, 250, 244, 350, 271. 450, 279, 600, 300. Итого у нас здесь получается плюс 27, плюс всего 9, а здесь плюс 21. Или вот сюда плюс 56, сюда плюс 35. Вот. Это вот просто при одинаковых настройках длины ствола, при одинаковом редукторе все. Просто для информации. Кому это интересно? У нас там дюзы 0, это шестерка, 0,707, да? 0,707. Все, пока.